Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада опять быть с вами. И сегодня у меня особенный гость для меня. Это мой один из самых молодых партнеров Большого театра, когда я танцевала. Народный артист, звезда балета, замечательный человек. Может быть, самый высокий мой партнер, с кем я танцевала тоже. В общем, я вас заинтриговала. Это Андрей Уваров. Здравствуй, Андрей! Здравствуй, Ниночка, я рад приветствовать всех. Здравствуйте, друзья, рад быть вместе с вами и вместе с очаровательной, дорогой, незабываемой Ниночкой Ананиашвили. Спасибо, Андрюша, большое. Видишь, у нас у всех премьера. То есть у тебя первый раз в эфир в Zoom. Я уже сделала несколько эфиров. И знаешь как, наконец-то мы нашли время, чтобы поговорить. К сожалению, судьба нас так раскидала, с одной стороны, мы все заняты, это хорошо, но вот так побеседовать у нас давно не было с тобой времени. Андрей, я просто хочу спросить у тебя, потому что многие зрители, которые будут смотреть, они, может быть, не очень знают. Ты вообще человек такой, все время в тени, не любишь выступать, не даешь особо интервью. Вот поэтому я хотела бы с тобой поговорить. Как ты пришел в балет? Какие у тебя были, как вот, выбор в детстве? Или это родители выбрали, или ты сам выбрал? Ну как вот Андрей Уваров пришел в балетную школу? Ниночка, я абсолютно с тобой соглашусь. Я мало того, что скажу, что, наверное, за последние 7, может быть, 8 лет это... Первый раз, когда я говорю про себя, ну, можно сказать, публично. Мы, конечно, с тобой сейчас общаемся тет-а-тет, в диалоге, но, тем не менее, я понимаю, что наш с тобой разговор услышат, и это для меня отчасти также премьера. То есть, ну, 8 лет, в общем-то, это немалый срок. Может быть, я ошибаюсь, где-то какое-то что-то, интервью или мое высказывание промелькнуло, но мне кажется, что я очень долго не выходил со своим рассказом на публику и не делился своими впечатлениями. Я очень рада, что я опять первая. Видишь, как хорошо. Давай. Да, да. Я бесконечно тебе признателен за нашу дружбу, за наше общение, потому что все, что связано с тобой, связано с неизгладимыми впечатлениями в моей творческой жизни. Ты мне подарила незабываемые впечатления от новых ощущений на сцене, в репетиционном зале и просто в человеческом общении. Поэтому вся моя жизнь творческая, она, конечно же, в очень большом пласте связана с тобой. Поэтому мне крайне приятно, что мы сейчас с тобой беседуем и беседуем на разные темы. Начну я, ну, отвечать на твой вопрос. Это такое небольшое мое вступление было. Спасибо большое за комплименты. Мы еще перейдем к этим вопросам. Вот, ну, просто вот маленькая характеристика. Андрей Уваров, маленький мальчик, как пришел в балет и как ты, педагоги твои в школе, было ли важно? И потом вот путь в Большой театр. Вот так мы пойдем постепенно, хорошо? Ну да, я соглашусь. Начну сначала с моих самых первых шагов. Я могу сказать, что путь в балет для меня был неожиданным, так скажем. Да, я попал в балет, не думая о том, что я буду танцевать, совершенно не предполагая. Наверное, ну, я не буду исключением, да, и не буду первым, который скажет, что его в балет привели родители. Так и мой путь оказался в хореографическом, я оказался в хореографическом училище только благодаря тому, что мои родители услышали о том, что происходит набор, привели меня, попробовали, совершенно случайно я прошел, выпускные экзамены, вступительные экзамены, и после этого оказался
в школе, а далее по школе, ну, так получилось, что я выпустился, и выпустился, попав в Большой театр. То есть я не могу сказать, что я ставил себе цель или мечтал о балете. Как-то вот оно так получилось. Заболел я, так можно сказать, балетом. Это ближе, наверное, к выпускным курсам уже. Это второй, может быть, конец первого курса. То есть это уже достаточно сознательный возраст, когда я понял, что это моя профессия, когда я понял, что мне необходимо все-таки свою жизнь связать с этим видом искусства. И тогда я действительно серьезно задумался о том, что мне нужно как-то себя ассоциировать с этим искусством. Скажи, пожалуйста. Хочу сказать про несколько слов про своих педагогов. Да. Это замечательные педагоги. Мне, я считаю, что повезло. Первым моим педагогом, благодаря которому я попал в школу, была Александра Михайловна Маркеева. Меня взяли условно в школу, потому что тогда еще в хореографическое училище. Сейчас она является академией, уже переросла, выросла, стала... ну, так скажем, такой, институтом, таким уже институтом, да, хореографическим, да. В то время это была профильная школа, училище. Поэтому я попал в училище благодаря Александре Михайловне Маркеевой, которая взяла меня условно на первые полгода, решив со мной, ну, чуть-чуть поработать и посмотреть, можно ли вытащить какие-то данные и возможности из моего тела. Далее были педагоги, уже связанные с, так скажем, с моим становлением, Александр Иванович Бондаренко, который, к сожалению, сейчас ушел уже из жизни, но он был замечательный для меня педагог, он привил мне те качества целеустремленности, ощущение, что балет и я неразделимые. И как раз вот он пришел на последних курсах, да, к нам в класс, он стал нашим педагогом вот на первый курс. Начало первого курса мы еще осторожно относились к его стремлению показать нам, что такое балет. Далее мы, в общем, как-то прониклись его идеей, и, может быть, отчасти мое становление, да, психологическое становление было благодаря Александру Ивановичу Бондаренко. Уже театр. Да, скажи, пожалуйста, а вот... ты вот с такими данными, ты такой родился, ты был растянутый уже с такими подъемами, или ты это выработал в школе? Да нет, что ты, конечно же нет, у меня кроме прыжка, в общем-то, ничего не было. Ну, подъем, это так скажем, то, что подарила мне мама и папа, да? Ну и рост, в общем-то... ты такой высокий был всегда? Или потом... Нет, я был совсем небольшой, у меня был средний рост, я был не маленький, но небольшой. Вырос я и стал первым по высоте в классе как раз на первом курсе. То есть такой был... Андрей, от того, что ты так вырос быстро, у тебя не было проблемы вот с ногами, потому что у тебя довольно-таки длинные, красивые формы ноги, но для мальчиков, которые быстро растут, не было это проблемы? Ниночка, конечно, были, конечно, они были и преследовали меня всю мою жизнь. Это сложно совладать с таким ростом, с таким телом, с такими ногами. А на первом курсе, ну, я как гадкий утенок был такой, который не мог совладать с этими конечностями, но для меня это было нормально, то есть я не ощущал какого-то дискомфорта, просто оно не получалось, и все, и вот как бы... Скажи, так вот. А что ты танцевал на выпускном вечере, ты помнишь? Мне опять же повезло, я считаю, что я не могу сказать, что это там моя какая-то особенная заслуга, могу сказать, что это заслуга моего педагога, но не могу отнести это к себе. Мне повезло, я танцевал не на выпускном, а уже вот, я бы сказал, что на последнем курсе, третий курс у меня был связан с балетом «Капелли», там я танцевал «Франца».
То есть это ведущие партии с Ниной Безергани, мы танцевали этот спектакль, балет. Эко Безергани. Да, прошу прощения. Просто она грузинка, которая тоже переехала в московскую школу и была в твоем классе. Вот видишь, я даже не знала, что она в твоем классе. Она даже не в моем классе была, она была, нас соединили. Понятно. Нас соединили на этот спектакль, и как бы мы выпускались, танцевали, и достаточно большое количество спектаклей мы станцевали на сцене и Большого театра уже тогда, и Кремлевского дворца съездов. Понятно, ты пришел в Большой. Вот видишь, судьба людей после школы по-разному распределяется. Вот Эка не попала в Большой, не знаю почему, может быть из-за того, что у нее не было прописки или там какие-то другие причины были. Вот ты попал в Большой. Вот какое твое ощущение, когда ты пришел в Большой? Вот что у тебя было? Это как работа обычная? Или вот, ну вот распределили, ну вот надо поработать? Или это было действительно какое-то событие в твоей жизни? Ну, прежде всего, я хочу сказать, что я не ожидал, что я попаду в Большой. У меня совершенно никакой уверенности в этом не было. Это мечта, наверное, для всех артистов, для всех ребят, кто выпускался. И когда моя фамилия оказалась среди тех, кто был приглашен в Большой театр, для меня это были ощущения, ну, оказаться на Олимпе. Просто вот в одночасье я получил пределы всех моих мечтаний. Поэтому где-то, наверное, на протяжении полугода я находился в полной эйфории от того, что где я нахожусь и куда я попал. А ощущения так, вот... Так сложилось? Прости, пожалуйста. Так сложилось? Да. Я хотела спросить, а вот да, но вот когда ты попал в театр, тогда вот ты не был, вот как-то у меня было ощущение, что какое-то одиночество, несмотря на то, что кругом столько народу было, то есть после школы, когда меня опекали педагоги, там Наталья Викторовна возилась со мной, там занималась, и вдруг лавина, столько людей, и никому ты особо не нужен. Ну, я могу сказать, что у меня такого не было, не состоялось. Я вот как раз хотел продолжить свою мысль о том и рассказать о том, что когда мы пришли в Большой театр, труппа Большого театра отсутствовала. А как раз первые полгода она приезжала на месяц, а все остальное время была на гастролях. Понятно. В театре почти никого не было. Только те, кто не попали в основную труппу и не поехали на гастроли. Поэтому вот это вот полгода эйфории с нами репетировали, нас брали в, так скажем, в репетиционный процесс кардебалета, естественно, конечно же, кардебалета. Поскольку не было основного состава, то с нами готовили какие-то партии, и в частности Николай Романович Симачев. Очень мне он тогда полюбился как педагог, потому что как он проводил репетиции, для меня было, ну, так скажем, непривычно после школы, и очень... поражала его самоотдача с нами, молодыми, зелеными, которые ничего не знали, ничего не понимали, и его требовательность. Я уползал буквально из театра после первых репетиций кардебалетных, повторюсь, да, они 3 часа утром, 3 часа вечером. Поэтому занятость у нас была. Мы не выходили на сцену, кроме как в операх, я помню, по-моему, Иван Сусанин. Это был наш первый выход «Иван Сусанин вальс». Я волновалась больше, чем я танцевала балеты. Это я помню. Мы вместе с моими товарищами пришли после репетиции, после утренней репетиции, которая закончилась в 3 часа дня, пришли ко мне перед вечерней репетицией, как мы думали, и приехали ко мне в гости, сидим. И тут раздается звонок. Тогда еще не было мобильных телефонов, поэтому звонили на стационарные, звонят из канцелярии балета и говорят: «Здравствуйте, можем ли мы поговорить с Андреем Уваровым?» Я говорю: «Да, я слушаю. Мы хотим вас предупредить, что вечером у вас сегодня спектакль «Жизель». Я говорю: «Да, спасибо. От этой информации у меня
ну, сознание отключилось, я не понимаю, что и как быть, что делать. После этого они спрашивают: а вы не подскажете, где могут находиться те самые ребята, которые были вместе со мной? В гостях. Да. Я говорю: да, они, так случилось, что они рядом со мной. Передайте им ту же самую информацию, они выходят в спектакле сегодня вечером. Я говорю: да, спасибо большое, конечно, передам. Кладу трубку, у меня полный шок. Я говорю: ребята, мы сегодня в спектакле «Жизель» участвуем. От того, что информации более подробной нет, все то время, пока мы бежали в Большой театр, ну, потому что, ну, как, мы не знаем порядка, мы никогда не учили «Жизель», что это, прибегаем туда, прибегаем в гримерный цех и говорим: так, нас срочно загримировать, потому что нам нужно еще куда-то бежать, где-то искать репетитора. Он говорит: что, где вы выходите? И тут мы соображаем, что, а где-то, собственно говоря, мы выходим, мы бежим к расписному листу смотреть, где наши фамилии стоят, прибегаем, видим, что там партия Бахусов. Помнишь, такая партия, которая выносит на носилках? Да, конечно. Мы бежим. Мы же не понимаем, что это такое. Ну, спектакль еще в театре, никто ничего не знает, еще не разобрались, первые шаги буквально. И прибегаем в гримерный цех и говорим: так, нас срочно загримировать, у нас партия Бахусов, срочно. Весь гримерный цех просто лежит на полу от смеха. Говорит: вы знаете, ну вот за последнее время вы первые, кто пришли на это гримироваться. Гримироваться, да. Да, не просто кто так. Но, не знаю по какой причине, то ли мы были слишком убедительны в своем желании, то ли они просто жалились над нами, потому что... Но они загримировали все-таки вас. Да, они все-таки нас загримировали. И, наверное, мы были теми самыми единственными артистами, кто в этой партии выходит в гриме. Потому что это просто проходка с бочкой на плечах, да, и без каких-то... Вы выносите и уносите. Да-да-да, мы выносим и уносим. Вот такой. Но те часы в предвкушении выхода на сцену, да, они, наверное, были соизмеримы с первым моим появлением на сцене в сольной партии. Так, теперь перейдем. Твои педагоги в театре и появление Андрея Уварова в сольной партии. И с кем, и что ты делал? Или один был? Я вот уже сказал про Николая Романовича Симачева. Еще хочу сказать про самое начало. Когда я попал в Большой театр, я попал в класс к Борису Борисовичу Акимову. И достаточно долгий период времени готовил партии какие-то с Николаем Романовичем Симачевым, а какие-то с Борисом Борисовичем Акимовым. И находясь и в классе, репетируя с ним, это были мои первые педагоги, за что я им бесконечно признателен и как бы за их поддержку в те самые первые годы, когда было особенно тяжело и сложно, когда еще я не понимал, что такое настоящее большое высокое искусство, когда я не понимал, что такое интриги в Большом театре, как можно с этим жить и, что называется, этому противостоять, и с этим смиряться, и как бы не обращать внимания. Но тогда это все было новое, первое, чистое, открытое, в общем-то, бесконечно счастливые годы моей жизни. Первая партия, ты не все сказал, это я очень первая рада. Первая партия, это была был юноша в Шипиняне. Ее мы подготовили с Борисом Борисовичем Акимовым. Здесь вот моя память меня уже подводит. Могу ошибиться, потому что параллельно с этой партией у меня был выход на сцену с партии Париса. Партии Париса, и моей первой партнершей была Надежда Павлова. Вот, и для меня это был тоже очень такой значимый рубеж. Во-первых, ну, именитый народный артист, и, в общем-то,
как бы прима Большого театра, которая, которую мне нужно было там, с ней нужно было станцевать два дуэта. И, это была ответственная, как бы, вот это... ответственная все-таки партия, да. Да, два дуэта, и в общем, но это была редакция еще Григоровича, Ромео и Джульетта. Да, да, да. Не Лавровского. Вот это самые первые шаги на сцене Большого театра, а уже после этого, когда я уже потанцевал достаточно большое количество раз, выходил в Парисе в Ромео и Джульетте, и уже, ну, в районе 5, наверное, может быть, 4-5 раз выходил в партии юноши в балете Шопениана. Уже после этого так случилось, что мне дали попробовать себя в партии Зигфрида в балете «Лебединое озеро». То есть у тебя довольно-таки быстро случилось такой скачок. И скажи, пожалуйста, а вот твои ощущения, когда ты танцуешь с балериной, это всех очень интересует. Балерины очень разные. Вот вы все время стоите и смотрите спину. Как вы понимаете, кому как удобно? Это приходит во время репетиции? Или, допустим, педагоги вас учат? Вот как... молодой, начинающий солист чувствует себя, стоя сзади балерины, и надо делать так, чтобы балерине было удобно, иначе балерина скажет: ты же знаешь, мальчик, уйди отсюда, придет другой. А у меня так и было. У меня так и было. Правда, правда, также я танцевал. Это было не в дуэте, но на сцене я был в партии, были гастроли в Германию, мы поехали, я танцевал, когда не танцевал Париса, поскольку, ну, ты понимаешь, да, малое количество народа, все танцуют, все ограничено, и меня поставили в... не помню, как эта партия сейчас уже начинается, с канделябрами. Понятно. Там ничего сложного, то есть, ну, кое-как я выучил навскидку, да, вот почти как с Бахусом, также выбежал на сцену. Мне сказали: просто держи линию, и как бы... И вот я помешал Людмиле Ивановне Семеняко. Она танцевала, когда... Она, кстати, с Сережкой танцевала. Сережка был Парис, с ней танцевал, да, а я с Надеждой Васильевной танцевал, Павловой. Понятно. Вот, и мы менялись и там, и я вот первый спектакль, я вышел, и неправильно с рисунок, и как раз на ее вариации, когда она идет по кругу, я остался в центре сцены, и она меня постоянно выгоняла, а я понять не мог ничего, вроде я держу линию, только там было каре, а не прямая линия, поэтому я оказался как солист на центре сцены, мешая ей танцевать. Вот она меня выгоняла, а потом в конечном итоге решила, что я уже, она остановилась, сказала: пошел вон отсюда. После этого меня просто... Я не завидую тебе тот момент, естественно. Да, но ты еще знаешь и понимаешь, что такое Людмила Ивановна, да? Знаешь, у меня был тоже Борис с Сергеем Филиным, тоже замечательная история, тоже молодой пришел, и я говорю: Сергей, я хочу постоять в арабес, дай мне встать, я встану в арабес, ты пока меня не трогай, а только потом выжимай, ты помнишь, да, как начало? Да, да. Хорошо, Ниночка, нет проблем. Так я стояла, но он подумал, что я буду стоять вечно. Я уже падала, он начал меня выжимать. Я думала, что мы вдвоем завалимся. Но, слава богу, выкрутился. Бывают такие истории на сцене. Андрей. Ну, да, да, конечно. Но он, зная твой такой несравненный баланс на сцене, решил публике продемонстрировать. Да? Это только было начало. Мы потом расскажем про наш Дон Кихот в Лос-Анджелесе, когда, я не забуду, мы танцевали Дон Кихот, и как-то вот я выработала баланс, и я помню, я стояла, ты дал мне руку, отпустил руку, опять дал руку, опять отпустил, и потом ты мне сказал: Нина, можешь мне уйти? Да-да-да. Это никто не писал, этот спектакль, не записывали.
Да, это, ну, я помню реакцию публики, это, понимаешь, вот она навсегда останется жить внутри меня, потому что это так, как после этого публика отреагировала, ну, это было незабываемо, конечно, да. Андрюша, давай вернемся обратно к тебе, пожалуйста. Вот, да, я отвечу на твой вопрос, да. я отвечу, как и с чем это... Я могу тебе сказать так, что я... Честно скажу, я не имею ответа на этот вопрос, потому что педагоги, начиная со школы, учат всех одинаково. Когда мы пришли в театр, все педагоги, находящиеся в зале, учили нас одинаково. Я имею в виду на начальном уровне. Сейчас я говорю только про тот уровень, когда приходит вот совершенно не знающий, не понимающий, ну, так скажем, зеленый артист, и ему говорят, вот, пожалуйста, встань в дуэт в адажио с какой-то балериной, да, уже знающий, понимающий, имеющий опыт, знающий как. Я тебе могу сказать так, что тело само за себя подсказывает, то есть оно дает тебе ощущение, не твое тело, а тело партнерши. И плюс ко всему, конечно, те советы и те замечания, которыми с тобой делится партнерша во время репетиционного процесса. Это вот совокупность всего этого. Если человек будет внимательно относиться к себе и к своей партнерше, а прежде всего к своей партнерше, тогда он будет хорошим партнером. Поскольку внимательное отношение, оно волей-неволей передается в твои руки, в твой профессионализм как партнера. И если ты не делаешь то, что положено, да, вот, знаешь, можно выполнять свою функцию, выполнять ее абсолютно ответственно и хорошо, да, вот прям вот я сделал все, я держал так, как меня научили. Это плохо. Почему? Потому что ты не имеешь диалога с телом партнерши, ты не общаешься. И вот от этого, наверное, очень многое зависит. Скажи, пожалуйста, вот твои большие спектакли, которые ты начал танцевать в Большом театре, у тебя был очень большой репертуар. Ну, ты танцевал, наверное, всю классику. Какое было вот твое желание? Было желание танцевать что-то еще, другое? Или вот ты вполне себя чувствовал хорошо танцевать вот только ту классику, которая у нас шла тогда в театре? Замечательный вопрос, Ниночка, замечательный вопрос. Отчасти провокационный, я его понимаю. Я потому что знаю все, поэтому мне интересно, чтобы все остальные услышали. Я прежде всего скажу, вот может быть так случилось в нашей с тобой беседе, что появилось ощущение, что я сразу стал танцевать сольные партии. Я могу сказать, что нет. 2 года я простоял в чистом кардебалете, но не танцующем кардебалете. А поскольку у меня был высокий рост, меня было очень правильно с точки зрения, да, сценического восприятия использовать в придворных. Поэтому два года с пикой – это два года в придворных. Это, в общем, наверное, за эти 2 года я очень сильно изголодался, и поэтому по творчеству, и поэтому всячески пытался компенсировать это совершенствованием себя в залах, самостоятельным совершенствованием. Слава Богу, мне повезло, и в этом мне помогали мои педагоги, которых я уже назвал ранее, это Николай Романович Симачев и Борис Борисович Акимов. Вот, что касается репертуара и классики, когда получилось так, что, так скажу, что раньше партии давались, и выход на сцену был не столь частым, как в современном мире. Раньше танцевать для меня было и готовить партию на протяжении нескольких месяцев было нормой. Сейчас все готовят партию за неделю. Любые спектакли, раньше мы все-таки, а если как бы обратиться к рассказам наших старших товарищей, к нашим педагогам, да, то там годами готовили партии.
Но никак не относится. У меня всегда были случайные выбросы на сцену, так что, но в принципе ты прав, ты прав. Здесь, ну ты, да, ты вообще человек уникальный, поэтому. Нет, ну просто так было, да. Да, ну как правило, во всяком случае, когда там я там первую партию станцевал, говорит, что я готовил там 3 месяца, и мне сказали, да ты что, это вообще, это не может быть, такого вот раньше в театре не было, чтобы так быстро выпускали на сцену, чтобы выходили. Могу сказать следующее, что вот та очередность входа в репертуар, в общем, меня, ну, можно сказать, что полностью удовлетворяло. То есть я не чувствовал какого-то творческого голода, когда я начал танцевать. Вход в репертуар был классический. И, в принципе, по моей природе, по тем как бы природным данным, которые были у меня, по тем физиологическим затратам, которые я мог, ну, как я ощущал, этот классический репертуар был очень созвучен мне, да, вот как бы сказать. То есть я не чувствовал себя, что мне это надоело, или что это стало как-то уже, ну, то есть я вот станцевал и больше там. Ну, у меня еще так сложилось, что в моей жизни появлялись новые педагоги. И новые педагоги привносили, мне хочется отдельно об этом сказать, новые педагоги привносили какие-то свои нюансы в те уже давно станцованные, изученные партии, эти партии превращались в новые партии. То есть те требования, которые были поставлены, те задачи, которые были поставлены передо мной, они сделали эту партию абсолютно, абсолютно новой, абсолютно неизвестной, не выработанной, не знакомой. Для публики это было то же самое. Для меня это был совершенно какой-то новый этап, новый шаг. И поэтому я не могу сказать, что я страдал от того, что в моей жизни был только классический репертуар. Но, тем не менее, благодаря тебе, в частности, за что я тебе буду крайне признателен всю свою жизнь, в моей творческой биографии появились современные спектакли с современными балетмейстерами, и мне удалось, ну, так скажем, познакомиться с той хореографией, которая была для меня непривычна, необычна. И я помню те моменты, когда мне приходилось сломать себя именно потому, что ты сказал, Андрей, надо это сделать. Вот эту партию надо сделать, ее надо выучить. Я смотрел на видео, понимал, что это совершенно не мое. Ну, как бы я не чувствую себя в этом, потому что, ну как я могу с этими рычагами справиться с такой хореографией? Но когда ты говорила «надо», я пытался побороть себя, сломать, и, в общем, из этого получалось то, что как бы видела публика. Андрей, знаешь, хотела вот спросить, так у меня получилось, вот, что Николай Борисович Фадеичев был педагогом Алексея Фадеичева, с кем я очень много танцевала. Потом, когда Алексей ушел со сцены, у меня в Большом театре появилось 2 партнера. Это ты, Андрей Уваров, и Сергей Филин. И я себя делила, вот какие-то танцевала и с тобой, и с Сергеем. И вы все были тогда вот учениками Николая Борисовича. Правильно, Фадеичева, правильно? Ты тоже ведь репетировал с ним. Да, я как раз хотел отдельно сказать об этом, и отчасти я так намекнул на этот период моей собственной жизни. Это тот самый период, когда у меня в качестве педагога стал Николай Борисович Фадеичев. Я, в общем-то, был уже солист, который перетанцевал, ну, достаточно весь репертуар, да, и с знакомством с Николаем Борисовичем Фадеичевым в качестве педагога, таким близким знакомством с Николаем Борисовичем, у меня, в общем, появилась, ну, как бы вот вторая жизнь, я не могу сказать вторая молодость, потому что, в общем-то, я был тогда не старый, в общем, это как бы расцвет, да, такой вот... Да. Поэтому очень многие партии мы с ним не то что переделал, он никогда меня не ломал. Переосмыслил.
Это одно из. Переосмыслили, и после этого эту мысль вложили в тело. Это для меня было очень большое достоинство, педагогическое достоинство. И очень многому он научил меня, как воспринимать ту хореографию, которая приходит к тебе, как ее переосмысливать и передавать публике. А вот ценное очень время было. Да, почему я тебе сказала? Потому что Николай Борисович никогда не кричал на репетициях, не навязывался. Он даже сидел, но он так умел объяснять, и вот с каждым из вас он совершенно по-разному. Я же репетировала и с Алексеем, и с тобой, и с Сергеем Филиным. То есть он умел каждого из вас немножко по-разному подкрутить, как-то так сделать. И тоже вот Дон Кихот. И то, если ты помнишь, это не были специальные съемки, это пришли, сказали, сегодня будем писать, и все. Слава Богу, хоть это осталось большим театром. И хочу вот период вспомнить вместе с тобой, когда в Большом театре появился Баланчин, когда пришел Алексей Фадеичев как руководитель балета, и мы имели возможность, это была моя мечта. До этого я только смогла сделать Моцартиану в Большом театре, это была тоже моя идея, я как бы принесла большой Баланчина. И вдруг симфония Си, один из сложнейших балетов. Как ты помнишь этот период? Да, я, конечно, помню этот период, и для меня Symphony C остается достаточно высоким уровнем Большого театра. Я хочу сейчас сказать о нашем исполнении. Именно та самая первая постановка, потому что Баланчин после того, как первый раз он появился на сцене Большого театра, еще, по-моему, два раза обновлялся в Большом театре. Но, тем не менее, та самая первая постановка, во всяком случае, для меня, те нюансы, те акценты, которые были выработаны не только у меня как у артиста, а выработаны в труппе, все те акценты, которые были сделаны, все те вот микродетали, абсолютно вот положение миллиметры, не сантиметры даже, миллиметры положения корпуса, рук, музыкальных акцентов, все это было настолько выверено и отрепетировано, что в результате, когда смотришь кассеты тех периодов, и все солисты всех частей абсолютно были идеальны, вот прям очень точно подобраны, очень точно срепетированы, и, на мой взгляд, это была вот бриллиантом, да, того самого периода. Мы как раз вспоминали и эти спектакли с другими нашими коллегами, и действительно хочу сказать, что это было наше счастье, что Джон Тарас, который владел этим балетом, который работал рядом с Баланчином, он как раз приезжал, и вместе с Татьяной Тереховой так отрабатывали. Я даже вспоминала, что, несмотря на те 3 недели, которые у нас были, кардебалет приходил и просил больше времени у Татьяны Тереховой. Это были небывалые случаи, чтобы кардебалет оставался дольше. И гастроли Америки, если ты помнишь, каким успехом прошли именно Баланчино в Нью-Йорк-Сити балет, что люди стояли трафаретами и говорили, нет лишних билетиков, нет лишних билетиков. То есть это был огромный-огромный интерес и действительно... На родине Баланчино. На родине, да? Так, мы с моим самоваром в Тулу приехали. Вот-вот. И еще к тому же мы танцевали именно в театре. Сейчас этот театр переименовали, называется по-другому. Но именно вот в театре, где сам Баланчин творил и делал такие чудеса. Андрюша, и вот, конечно, я не могу с тобой не поговорить об этом. Ты уже так сказал насчет новых балетов. Ну вот «Ратмаски». Молодой Ратмаски, который уже сделал с нами один балет такой. Я считаю, что действительно не очень люблю этот звездный состав, но был звездный состав. Это была Терехова. Абсолютно звездный. Да, это была Терехова Татьяна, очаровательная, знаменитая балерина Мариинского театра, Алексей Фадеичев,
Сергей Филин, молодой начинающая звезда Большого театра, и я. Вот. И я потом с ним, у меня есть еще с ним интервью, я буду об этом с ним говорить и спрашивать его ощущения. Но второй балет, который мне удалось сделать вместе с Размазским, благодаря «Триумфу», который я получила, и они мне помогали финансировать вот эти балеты, спектакли, чтобы мы танцевали. Потрясающая тема. Япония. Мы назвали это «Сны о Японии». Это тема кабуки. Это маленькие пьесы из балетов кабуки. И нам нужен был лев. Мы искали льва в Большом театре. Ну, львов в Большом театре было много, все были готовы загрызть друг друга, это точно. Но чтобы станцевать льва, это была большая проблема. И мы выбрали тебя. Я помню твое... Ну, у тебя не такие большие глаза, но они стали очень большие тогда, когда я тебе сказала. Я не забуду это лицо. Он говорит, я? Льва? Почему? Я же ничего, я ничего. И то есть... Мы обожали тебя смотреть в этой партии, Андрей. Вот мы умирали, там очень было сложно, но как только ты начинал выходить, мы все из кулисы выходили и смотрели, как ты это сделал. Ну, ты прекрасно помнишь наши трудные репетиции. Это в 10 ночи, в 12. Нас выгоняли из зала, мы просили еще 15 минут. Балет перед премьерой не был доставлен. Алексей Ратманский не мог приехать. Фадеичев Алексей начал нам доделывать. То есть какой страх мы пережили. Потом хотели сбежать даже. Помнишь, все, артисты, оркестранты сказали, Нина, все, этого позора мы не переживем. И вдруг генеральная репетиция. Татьяна плачет, потому что ее коллега приходит и говорит, как тебе не стыдно в этом во всем участвовать. И, в общем, у нас у всех такой стресс. И в итоге мы все равно это выпускаем на сцену Большого театра. Вот. Это мое большое предисловие. Твои ощущения. Спасибо тебе за то, что ты напомнила то самое замечательное время, время нашего творчества, когда действительно балет сложно создавался, поскольку у Алексея было мало времени, ему не удавалось приехать, он делал частями, партию «Журавля» буквально доставлялась за дни до премьеры. Все это было очень непросто, так скажем, да, чтобы вот... Но, тем не менее, я не знаю, у меня нет никакого негативного ощущения, у меня только позитивные впечатления от того творческого процесса. Ты абсолютно права, когда я узнал, и когда мы первый раз пришли с Алексеем в репетиционный зал, когда он начал делать этот спектакль, все, что он делал, все было для меня непривычно и необычно. Все против нас было. Да, я не понимал, как с этим можно вообще смиряться, как с этим можно жить, как можно продолжать движение в таком... Где глиссады, где арабески, где там туры какие-то, тебя, туры двойные, туры... Где показать прыжок, какие-то ломаные движения, непонятные совершенно... Да. Все было сложно и по-другому, абсолютно, все сложно и по-другому. Я помню, когда он поставил хореографию и уехал, мы остались один на один с Алексеем. С Алексеем Фадеичем. Да, расскажи, чтобы не путать с Ратманским. Да, Алексей Ратманский уехал, мы с Алексеем Фадеичем остались. И ты попросила Лешу, чтобы он порепетировал с нами, со мной в частности. Да, и он пришел в зал, и мы начали потихоньку, буквально по слогам разбирать эту партию. И можно сказать, то удовольствие, те ощущения, которые мне впоследствии, несмотря на колоссальную тяжесть физическую, которая была присуща партии, да, она была длинная, она была как бы сложность в том, что когда твое дыхание уже сбивается, к концу партии Алексей поставил всю техническую часть. Напоследок оставил круг двойных ассамблее. В общем-то, они и так непростые, а здесь приходилось, в общем-то, из себя все жилы вытаскивать. Поэтому
Как это сделать? И вот благодаря Алексею Фадеевичу мы разложили эту партию. Он, что называется, посадил ее на меня, на мое собственное ощущение, на мои артистические возможности и дал мне получить удовольствие от того, что я делал на сцене. Это было большим плюсом. Причем, вот, наверное, он позаимствовал это, перенял, не знаю, какое правильное слово подобрать у своего папы, да, Николая Борисовича. Вот. И Алексей потрясающий в зале репетитор. Вот просто потрясающий, без давления. Он с нами работал тогда, действительно, вот это было у нас. Ему было трудно сам, но он потрясающе слышал. Эту музыку невозможно было точно посчитать. Помнишь, я лично очень мучилась, что не могла. Это цок-цок-цок-цок-цок, как это включиться, как это... Ну, это было действительно замечательный период нашей жизни. И самое большое счастье, Андрей, когда мы вышли и танцевали в Большом театре, ты прекрасно помнишь, какая была пауза в зрительном зале. Мы думали, что мы действительно провалились. Провал. Да, и вдруг, когда взорвался народ, и, потому что ни ты, ни я, ни Алексей Фадеевич, наверное, Алексей все-таки танцевал еще больше в Большом театре разную хореографию. То есть нас никто не видел во что-то вот в такое, не видел. Татьяна Терехова тоже, которая, Инна Петрова, Сергей Филин, то есть нас никто не видел вот в таком ключе. И самая большая оценка была, что пришли артисты Большого театра, и помнишь, из зала кричали: «Это 21 век!» Потом артисты пришли из Большого театра и говорили, что: «Господи, если бы мы хоть раз бы в жизни станцевали бы такой балет, мы были бы счастливыми людьми». Вот это была вот, наверное, первый, на мой взгляд, первое выступление именно на сцене Большого театра. Никто не предполагал, что на сцене Большого театра можно показать такую хореографию. Потому что это был прорыв. Как с Баланчиным был прорыв, так и со снами о Японии был прорыв. Никто не предполагал, что ведущие солисты Большого театра, да, которых все привыкли воспринимать только на классическом репертуаре, а тогда 99% тот же самый «Блудный сын» — это та же самая классика. Да? Все привыкли, что ведущие солисты танцуют классические спектакли, не эксперименты. А здесь был эксперимент. Эксперимент, который был непривычен публике. И все предрекали, действительно, ты абсолютно права, я сейчас вспоминаю, все предрекали некий провал того, что будет. Ну как, это же невозможно, ну как, какое там, где оркестр, да, там же ничего, кроме барабанов, нет. Как люди будут слушать 40 минут только барабанный бой? И знаешь, еще я хочу поблагодарить, вот использовать вот этот момент, потому что ты же помнишь, это была моя антреприза, это не должно было идти в Большом театре. И благодаря тогдашнего художественного руководителя, царство ему тоже небесное, Александра Богатырева, и, конечно, директором был Владимир Викторович Васильев, он сказал: «Зачем ты это делаешь в другом театре, в малом театре? Сделайте это в большом». И нас пихнули вот так буквально внутри репертуара, который уже был. И вот случилось то, что случилось. Потом мы этот балет танцевали везде. Это как бы была наша визитная карточка. Мы путешествовали, танцевали практически этим составом. Молодой Гуданов вошел туда и стал звездой. Он, по-моему, до сих пор танцует прекрасно этого журавля. И посмотри, мы немножко восхитили время. Смотри, сегодня такой коронавирус, все сидят дома. Тогда Ратманский присылал нам куски по видео, если ты помнишь. И мы вот этот ра-та-та-ра-та-та учили по видео, как он показывал. Но он замечательно сам показывал. Вот видишь, оказывается, можно использовать, хотя я не очень согласна, можно использовать видео для того, чтобы сегодня хореографы так поработали немножко, не останавливались мы. Андрей, дорогой, еще хочу спросить, вот когда это тот же самый период, по-моему, совершенно для тебя неожиданно, тебе было предложено, не знаю, кем ты попросил или руководство тебе предложило, «Спартак». Ну, это Рубикон в моей жизни творческой. Алексей Николаевич Фадеевичев, будучи художественным руководителем
балета Большого театра вызвал меня к себе в кабинет и сказал, что, ты знаешь, вот я тебе сейчас предложу партию, но ты мне сразу ничего не отвечай. Не нужно мне говорить ничего, я просто знаю, что ты всегда отвечаешь, поэтому как бы он меня, ну, мы уже не один год работали вместе, и он как бы прекрасно понимал мой характер, мой настрой. Вот он мне сказал, ты ничего не отвечай, я тебе просто вот скажу, а завтра мы с тобой об этом поговорим. Я пришел, он мне сказал, ну, поскольку мы договорились, я не стал ему ничего не отвечать, но ответ был очевидный, что нет, конечно, какой Спартак, ну о чем вы вообще? Где Зигфрид, где Спартак? Ну вы о чем вообще? Так прошла ночь, то есть я даже не сомневался в этом. С утра я встал и с полной уверенностью в том, что я пойду отказываться, пришел в кабинет к Алексею Николаевичу. Ну, он, видно, предвидел эту мою реакцию, но как грамотный, разумный руководитель дал время пережить, то есть то зерно, которое он бросил в мое сознание, потому что если бы он вчера со мной об этом поговорил, я бы однозначно как бы отстранил его предложение и сказал, нет, это невозможно, просто это не мое, это не моя партия. Но поскольку прошло время, я пытался одеть на себя эту партию, да, одеть на себя Спартака, примериться. И вот это вот сознание, когда ты примеряешь эту партию на себя, оно все-таки дает уже психологическую подготовку к следующему разговору. Почему я об этом говорю? Это вот раскрывает, в принципе, грамотность и высоту подхода к артистам, потому что каждый артист индивидуален, и нужно знать, кому. И я очень оценил это в будущем и буквально в короткое время после нашего разговора. В нашем разговоре дальше он меня убедил. Убедил в том, что нужно попробовать. Убедил в том, что даже если оно не получится не потому, что я отказался, а не получится потому, что я сделал все возможное, попробовал, и у меня это не получилось. То есть он, опять же, воспитал и дал мне определенный урок, урок того, что нельзя и невозможно говорить «нет», прежде чем ты приложишь все усилия, чтобы было «да». Это был, ну, такой некий Рубикон в моей жизни, действительно, такой, ну, как бы период взросления, становления сознания себя, понимания себя, что может мое тело, что может со мной сделать и как перевоплотить хореография. В общем, в результате я согласился, и в зал мы пришли с Николаем Борисовичем Фадеевичем, с человеком, который танцевал всегда принцев. Ну, он готовил, по-моему, с Алексеем тоже. Алексей ведь танцевал с Спартака, поэтому он не так пришел. И он видел всех Спартаков до тебя. Для меня он был, для меня внутренний. Я пришел в зал, передо мной принц. Ну, как бы, понимаешь, да, вот эти вот ощущения. И вдруг этот принц, ты прекрасно помнишь, как репетицию, да, сидя практически, да, давая точные замечания, которые превращают тебя в танцующего, статичного в танцующего человека, да, и ты сам поражаешься тому, как такое может быть. Сказал человек слово, и ты вдруг начал танцевать. Сделал там, и тут вот принц, да, человек, который дистанционно в основе своей давал какие-то вопросы, он встает и показывает, понимаешь, вот что для меня было, он показывает мне пластику, то, что нужно. И я вижу уже перед собой не принца, а того самого. Ты помнишь Николая Борисовича Фадеевича, да, ты помнишь его, да, его монументальность, его, как, да, и вдруг он передо мной тот самый Спартак. Ты представляешь, какое у меня было потрясение, какой шок был внутренний от того, что, значит, и я могу. Значит, у меня есть к чему. Вот он пример, вот он, очевидный. Он тебе не сказал, Андрей, не надо, ты что, какой же ты Спартак, посмотри на себя. А он никогда мне не говорил, не надо. Он сказал,
Если есть задача, значит, ее нужно, всегда говорил, есть задача, надо ее выполнять. Нужно найти способы и сделать так, чтобы это было смотрибельно для тебя, на тебе, и чтобы публику ты убеждал. Я не говорю, что у меня 100% получилось. Я не говорю о том, что я в будущем там... Я отказался от этой партии, станцевав ее в Лондоне 4 раза. Я это помню, я сидела в зрительном зале, я расскажу, что происходило в зрительном зале, когда ты взвывался, раскрывал эти ноги, весь ряд, который сидел там, они делали так, и они держали это дыхание, пока бы ты не приземлился, и это было топанье, хлопанье, это было действительно молодой большой театр, который очень в хорошем был, как сказать, форме, и в Лондоне выступал с огромными успехами, это после... очень большого перерыва и после очень большого, так скажем, не очень удачных гастролей Большого театра, где нашу репутацию немножко унижали, специально унижали, как-то унижали, и вдруг вот вы, молодые, вышли в разных партиях, замечательно танцевали, и это были взрыв опять успеха, и любовь Большого театра вернулась действительно. Да, это было именно так. Это замечательное время, очень сложное. Я помню, достаточно для меня после... Самая большая сложная дорога для меня была от театра до отеля. Потому что после спектакля идти я уже не мог. Я мог там передвигаться. Все артисты смеялись надо мной, потому что я выходил, и люди уже шли в ресторан, кушали и возвращались обратно, а я все шел, насколько было для меня это неестественно. И, как бы, но я получал удовольствие прежде всего от того, что я преодолел себя, и, конечно, от самой партии. И, ну, для меня большая честь то, что Алексей мне позволил это станцевать и преодолеть себя, и раскрыть, подняться на эту высоту. В общем, совершенно неожиданное для меня, но незабываемое впечатление. Я скажу тебе, что в мое время тоже вот почему-то все мальчики мечтали быть спартаками, то есть танцевать спартаков, и у многих это осталось, не смогли преодолеть, как, наверное, каждая балерина начинающая мечтает танцевать «Лебединое озеро». И я действительно очень рада, потому что я видела весь этот процесс, и твой успех как-то вот именно в Лондоне я сидела, в других спектаклях мы вместе танцевали, а вот как раз в «Спартаке» я сидела в зрительном зале вместе с Татьяной Расторгуевой, супругой Алексея Николаевича, и как мы болели, у нас все руки были, когти были, вот держали кулаки, но реакция такая была, что наша поддержка даже не нужна была. Замечательный был действительно период. Андрей, и теперь, сегодняшний Андрей Уаров, ты сколько станцевал в Большом театре, и вдруг исчез Большого театра, не слышно, не видно, и появился ты вдруг в театре Станиславском, Немирович и Данчиков, рядом с Большим театром, прямо буквально рядом, но не в Большом. На одной улице, да. Ну вот, ты знаешь, судьба складывается, знаешь, как говорят, человек предполагает, а Бог располагает, да. Вот карьера подошла... Ну, как карьера? Моя творческая жизнь подошла к своему естественному завершению. То есть, ну, я понял, что дальнейшее мое пребывание на сцене для меня невозможно, к сожалению. Я понимал, что, ну, не могу я больше радовать публику своим танцем. Не потому, что я не могу выходить на сцену, а потому, что я не могу им дать то, что я хочу им передать. Я очень жалею, я тебя долго уговаривала не уходить со сцены, потому что у меня не было партнера. Я еще танцевала, и твой уход, уход Сергея Филина, меня действительно как-то так очень расстроили. Дальше, извини, продолжай. Ниночка, ну, прости, пожалуйста, но действительно, я вот, к сожалению, так у Сережки случилось в его
предложение возглавить труппу, да, театра Станиславского, поэтому он вынужден был. А у меня, в общем-то, также с театром Станиславского и Нумеровича Данченко связано, потому что, в общем, когда я уже принял решение, что это последние сезоны, когда я буду работать в Большом театре, мне предложил Игорь Зеленский позицию педагога. И в этом предложении я для себя нашел определенные конкретные плюсы и подумал, что, в общем-то, то, что я накопил и приобрел, будучи артистом, я с удовольствием передам каким-то современным ребятам, находящимся в стадии становления, то есть там молодые ребята, Семен Величко, Денис Дмитриев, Сергей Манулов, которые, в общем-то, были... Дима Дьячков, которые пришли в театр, и им нужно было вот как, какая-то поддержка и какое-то участие со стороны. Мне предложили, я согласился на уйти на педагогическую, так скажем, стезю. Скажи, пожалуйста, и ты сейчас находишься в театре Станиславского уже не только педагогом, но и твою позицию? Советующий? Ты знаешь, Нино, я тебе так скажу, что сейчас я уже не нахожусь педагогом, потому что я проработал где-то года 4, может быть, 5. Пятый год совмещал две позиции, как у нас это звалось заведующий балетной труппы, в театре Станиславского эта должность называется... управляющий творческим коллективом балетом. Вот. Это несколько... Ну, видишь, вот опять же, да, был педагогом, стал администратором. То есть у меня теперь мой функционал, он более административный, нежели творческий. Скажи, пожалуйста, ну вот практически я считаю, что это самая трудная и самая важная профессия, потому что ну, ты практически управляешь процессом целыми днями, а с артистами общаешься ты, проблемы решаешь ты, и так далее. Вот как это тебе удается? Ты вынес вот из своей творческой жизни общение в Большом театре с разными директорами, с разными заведующими труппами. Как ты себя ведешь с артистами? Ты пытаешься быть наравне с ними, или ты пытаешься все-таки указывать, доказывать, ругать их? Или вот как ты ведешь этот процесс? Ты знаешь, Ниночка, это сложный вопрос, поскольку я нахожусь в этом процессе. Мне сложно сейчас давать какие-то оценки себе. Я могу сказать, что я очень высокую планку ставлю для артистов. То есть, когда я общаюсь с ними, да, и все то, что я вижу, несмотря ни на какие «но», да, я хочу видеть в артисте, в солисте, в артисте балета, да, в премьере балета, в любой категории, да, я хочу видеть прежде всего человека, который максимально, с максимальной отдачей работает, но не просто работает, да, а служит искусству. Вот это главный критерий. Это главный критерий, который, в общем, существует для меня. Это то, от чего я отталкиваюсь, да, прежде всего служение искусству. Я считаю, что я все понимаю, да, я был артистом, я понимаю все плюсы, минусы, сложности, но прежде всего я считаю, что только тогда артист может считаться артистом, когда во главу он ставит служение нашему искусству, нашему замечательному искусству и уникальному, я бы так сказал, потому что в нашем искусстве соединяется и музыка, и живопись, и пластика, и пантомима,
И все душа. Это зовется танцем, да? Душа, душа без... Да, да, конечно, конечно. Андрей, знаешь, что вот я тоже руковожу, и когда я начинала, как бы тоже, не могу сказать, что это было... Я была молодая, но, во всяком случае, у меня было... Очень-очень такой занятый репертуар, я танцевала везде и приняла это решение, чтобы помочь своей стране, в Грузии возглавить театр. И я боялась, потому что опыта никакого не было. И первое то, что я сделала, я позвонила всем художественным руководителям, с кем я работала и знала, и спросила, что самое сложное. И они мне ответили, что самое сложное, когда ты руководишь. Но вот на твои пути ты поменял уже двоих, да, художественных руководителей в театре. Теперь сейчас кто? Второй. Второй. Но ты все равно руководитель, потому что процесс вот каждодневный ведешь ты. Что самое сложное? Потом я скажу, что они мне ответили, что было самое сложное. Знаешь, ну у меня немножко, я вот тебе так не впрямую ответил. Почему? Потому что для меня, у меня все-таки функционалы, задачи больше административные. То есть все, что связано с творческим процессом, да, с привычным нашим творческим процессом, все, что лежит на плечах там, создания спектакля, прихода спектакля, да, это художественный руководитель. У меня все-таки в большей степени это административно, так скажем, финансово-хозяйственные процессы, да, то есть связанные там с заработной платой, с какими-то поставками, не знаю, там, костюмов, балетных туфель, пуант, пачек и так далее, да, связанные с посещением артистов, с присутствием артистов и так далее. То есть это немножко другое направление. Наказываешь, ты наказываешь артистов, наказываешь вот за какой-то вот Наказываю. Наказывают, да, за неприсутствие. Это финансовое наказание или это наказание? Я не сторонник, хотя, наверное, я скажу так, что, наверное, все артисты считают, что это моя самая большая мечта финансово наказать артиста, потому что, наверное, я самый большой карабас-барабас для всех, я понимаю, что я как бы... Но дисциплина, я сторонник прежде всего, да, что чтобы... Я готов прощать сколько угодно, я готов вести и действовать сколько угодно, но закон, он либо есть, либо его нет. Поэтому там все четко разложено и прописано. Закон для нас – это правило внутреннего трудового распорядка. Там четко совершенно все сформулировано. И если мы действуем, да, а сейчас артисты очень грамотные, сейчас они приходят и уже общаются на уровне, а вот мы это должны, у нас это прописано, будьте добры, предоставьте. И когда ты им начинаешь отвечать и говоришь с ними, говоришь, хорошо, давайте тогда мы будем просматривать все пункты, да, вот эти вот. У вас есть как права, так и обязанности. Будьте добры тогда. И вот я сторонник того, что, чтобы действовать, сделаю все возможное для артиста. Все, что в моих силах и в моей власти, да, чтобы стимулировать, чтобы поощрять, чтобы, да, но в то же время и буду требовать от них максимально, чтобы они со своей стороны соблюдали. Если они не будут соблюдать, буду наказывать, что для человека в современном, к сожалению, повторюсь и подчеркну, три восклицательных знака поставлю, что, к сожалению, в современном мире является основным средством воздействия на человека, это финансы. Поэтому... Да, да, я понимаю. К сожалению, просто сознание приходит позже у многих, но есть такие сознательные артисты, которые, ну, действительно работают добросовестно, но их талант, ну вот бывает так, что, ну вот, или взгляд другой, или не удовлетворяет. Ну, приходит человек, ты ничего не можешь сказать, работает хорошо, не опаздывает, ничего не нарушает. Ну, хочет она танцевать Ромео и Джульетту. Ну, хочет. Как это сложно ответить? Вот как ты отвечаешь, что просто нет и до свидания,
Или вот один такой случай. Второй случай, когда артист, ты сам знаешь, и я знаю, в таких театрах, когда ты достигаешь, тебя приглашают. И когда ты заходишь, ну, в Большом театре это вечная проблема, нерешаемая проблема. Заходишь, говоришь, что ну, у меня нет спектакля, вы можете меня отпустить? Нет, и все. За нет ничего не стоит. Вот ты сейчас руководишь, ты встречаешься вот этой проблемой? Конечно, конечно, я встречаюсь с этой проблемой, встречался, сейчас, ну, чуть-чуть по-другому, потому что, повторюсь, да, что моя должность не является той должности, которая окончательна, да, то есть, так скажем, я художественный руководитель, все-таки в основном принимает решение, я обеспечиваю процесс для художественного руководства. Это немножко все-таки. Но, тем не менее, конечно, конечно, были моменты в моей жизни в роли управляющего, когда артисты приходили и говорили, в частности, у нас был артист, не буду называть его фамилию, но он пришел и сказал, что я лучший, и я должен танцевать. Я говорю, понимаешь, но помимо твоего мнения, что ты лучший, существует мнение художественного руководства, которое говорит о том, что твоя перспектива и твои данные не позволяют тебе выходить в этой партии. Если здесь, на мой взгляд, очень правильно обратиться к примерам. И к примерам, показав ему, вот смотри, он исполняет эту партию, ну, как я действовал, да, и другой человек исполняет эту партию. Если человек, ну, здесь уже человеческие качества, да, если артист, посмотрев и приняв это сравнение, продолжает утверждать, что он лучший, значит, у него нарушена оценка, реальная оценка. И в этом случае разговаривать с ним, апеллируя какими-то творческими критериями, достаточно сложно. Здесь нужно сказать просто нет и все. Если же как бы он видит и понимает, о чем ты ему говоришь, тогда здесь может быть диалог и может быть рост. То есть если человек понимает свои недостатки, он может расти. Как только он не превращается в человека, не понимающего свои недостатки и не способного оценить свой рост, творческий потенциал, свои возможности, здесь, ну, в этот момент диалог, он завершается, и, к сожалению, дальнейшее уже с ним невозможно. С ним возможно только формальное какое-то там скупое обращение и... Да. Знаешь, вот, ну, ты практически ответил на мой вопрос, они мне тоже сказали, все нормально, ты можешь делать спектакль, приглашать, самое трудное — разговаривать с артистами. Я не думала, что это так, но на самом деле оказалось, что да, самое трудное и просто волнительно, и как-то переживаешь, это действительно разговаривать с артистами, как ты говоришь, потому что не все оценивают себя. И очень часто проблема тоже с гастролями, когда есть гастроли, почему я еду, почему нет. То есть каждый относится к себе индивидуально, правильно? А когда ты руководишь, ты немножко смотришь по-другому и оцениваешь по-другому. Ты сталкиваешься с этим проблемой? Ты наказываешь артистов, не берете их на гастроли? Ну, у нас, не знаю, к счастью, к сожалению, гастрольная деятельность минимальная у театра Станиславского. Ну, это, с одной стороны, экономически невыгодно, с другой стороны, получается, что театр, если выезжает на гастроли, он теряет от того зрителя, ту публику, которую может предоставить и представить свои спектакли как бы московской публике. Учитывая тот репертуар, который сейчас заявил наш художественный руководитель, это очень, ну, порядка, наверное, 4 новых постановок в год. Это большой репетиционный процесс, ты прекрасно понимаешь, серьезные физические нагрузки для артистов, и в этот график вставить еще какой-то гастрольный тур достаточно сложно и проблематично. Учитывая еще то, что экономической выгоды, конечно, театр от туров сейчас, ну, не получает.
к сожалению, почему так это складывается, но это уже отдельный разговор, он больше находится в, так скажем, не в творческой, а в экономическом срезе, и это уже отдельно. Но это наш мир, мы все подчинены законам и условиям, с которыми мы все живем и общаемся. Поэтому, что касается гастрольной деятельности, нет. Ну, я в своей жизни не сталкивался. Плюс еще труппа не такая большая. Но могу сказать следующее, что если бы это было, то это было бы неплохо. Почему? Потому что воздействие, да, то есть желание. С человеком можно разговаривать, на мой взгляд, да, либо на уровне сознательного человека, когда человек приходит, и с ним можно общаться, ему можно предлагать свои аргументы и слышать его контраргументы на то или иное, вступать в диалог. И если это общение с артистами присутствует, тогда это замечательно. Но если они не хотят слышать твои аргументы, почему ты так делаешь, почему ты так поступаешь, что оно основано не просто на голом, да, а что на голом месте, да, а что оно основано на твоем творческом восприятии действительности. И положение художественного руководителя не завидное. Почему? Потому что им приходится делать выбор. Делать выбор зачастую непросто. Почему? Потому что, отдавая предпочтение одному, с творческой точки зрения, здесь очень важно понимать, что прежде всего искусство. Что прежде всего искусство, когда тот или иной художественный руководитель выбирает какого-то артиста, артиста зачастую, я в том числе, мы очень часто не понимали, почему это происходит, да, нам казалось, что нас лично ущемляют в чем-то, а очень часто делается выбор исключительно потому, что ты прежде всего стремишься к наилучшему результату, творческому результату, да, и если вот артист понимает это, если он понимает, что его творческий потенциал недостаточно квалифицирован, если его работа не находится на должном уровне, то в этом случае он тебя слышит и воспринимает твои аргументы, если же нет, а зачастую это так и происходит, то тот самый, да, ты плохо работаешь, ты не поедешь. Это хороший стимул для достижения творческого роста артистов. Заработная плата. Да. И все это является стимулом, да, то есть это не наказание, это стимул к продуктивной работе. Андрей, хотела еще вот у тебя спросить, но в театре, то есть, как сказать, у нас другое положение сегодня, но в театре политика тоже существует, при нас тоже существовала политика, и бывало так, вот я слышала иногда, что, ой, приходите на второй состав, лучше. Понимаешь, такое тоже бывает. Бывает иногда, что артисты действительно первый, второй, третий состав настолько хорошие, настолько интересные, но почему-то хореограф выбирает вот кого-то, с кем, может быть, легче работать и так далее. Но у меня было в жизни всегда так. Я практически первый спектакль нигде никогда не танцевала. Первый спектакль, который танцевала я, вот премьеры в Большом театре, это было или мой... как сказать, мои проекты, где там был Ратманский или там Баланчин, а Большой театр мне первый спектакль дал через 20 лет моей творческой карьеры, это была «Дочь фараона». Вот и все. Но что я хотела тебе спросить, вот вопрос у меня такой. С кем тебе было легче работать? Трудный вопрос. Ну, не то, что так, не так отвечай, а какой стиль работы разный. То есть был Зеленский, наш из Грузии русский человек, перешедший в Мариинский театр и потом возглавивший Станиславский. И француз Лоран Илер, который сегодня возглавляет театр Станиславского, совершенно не имея опыта работать с русскими артистами, я так думаю, кроме Нуриева, у них был в основном Нуриев, это русский человек рядом, ну и, может быть, несколько педагогов. Вот какая разница? У них совершенно другой стиль работы на Западе. В Опера де Пари они все очень избалованные, премьеры, туали, они все такие элегантные наши. Или вот есть какая-то разница, ты чувствуешь? Да, конечно, 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 она присутствует, разница есть, конечно. Все, что связано с... взаимоотношениями,
это прежде всего человек. Да? То есть на должности, на любой должности присутствует человек. От его личных качеств очень многое зависит. У каждого человека есть свои плюсы, свои минусы. Я не могу провести сравнительный анализ. Почему? Потому что, что неправильно говорить там что-то, тем более, публично, да, говорить что-то плохое о ком-то, да, это совершенно неправильно, на мой взгляд. Почему? Потому что у меня очень много отрицательных качеств, да, и можно сказать, что... Во-первых, ты воспитанный человек. Воспитанный человек. Ты воспитанный, вежливый человек. Не обязательно ругать всех, чтобы все подумали, что ты единственный хороший. Я понимаю это. Но я имею в виду... Но любое сравнение – это уже плюс к чему-то, кому-то, да, то есть вот для меня, грубо говоря, да, вот я пришел к Зеленскому, он является художественным руководителем театра Станиславского. Я пришел педагогом. Взаимоотношения у нас были тесные, творческие. И я делал все, что мог, советовался с ним, как с художественным руководителем. Мы принимали решения. После этого в наши взаимоотношения, в силу каких обстоятельств, да, он мне предложил стать управляющим балетом. Также его так, скажем, помощником. Да, то есть благодаря Зеленскому я перешел на эту должность. То есть он меня попросил, убедил отчасти. Да. С Лораном я уже находился на этой должности. Лоран несколько, западный человек, у него западная ментальность, он живет в своих привычных обстоятельствах жизненных, да, он привык общаться и понимать, что вот оно должно быть так, да, он привносит свои правила, которые абсолютно кардинально отличаются, да, от тех правил, которые были установлены, да, в театре Зеленским, да, кто-то там говорил одно ему, другое, третье, да, то есть это становится совершенно иная жизнь, да, но что я при всех обстоятельствах, при одном художественном руководителе, при другом художественном руководителе пытаюсь сделать, это делать максимально честно и правильно и грамотно свою работу, которая от меня зависит, чтобы не было предвзятого отношения с точки зрения, так, вот он мне нравится больше, ему я сделаю больше, а он мне нравится меньше, этому я сделаю меньше. С Игорем Анатольевичем у нас до сих пор, контакты, мы тесно с ним общаемся и разговариваем, то есть я не могу сказать, что наше общение прервалось. Я пытаюсь сделать все возможное, чтобы его руководство было максимально удобным для него в тех правилах и в тех обстоятельствах, в которых он привык общаться, жить. Даже если я это не принимаю, даже если для меня это сложно, и я считаю, что он поступает неправильно. А такое, естественно, существует. Но, тем не менее, я продолжаю делать свою работу и делаю ее так, чтобы не было вот этого вот, да, деления. Потому что если что-то будет делиться внутри... Это всегда крах. Это крах. Скажи, пожалуйста, а на каком языке он общается с труппой? На английском? Он говорит по-английски, да, у него есть персональный, ассистент, его правая рука, переводчик, кто является его языком и, его голосовыми связками. Надежда Антонова, может быть, ты ее помнишь, она работала в продюсерском отделе Большого театра. Все поняла. Скажи, пожалуйста, спасибо, во-первых, большое за такое прекрасное интервью. Я тебе в начале передачи сказала, что ты нигде не появляешься, на эфире ты не появляешься, на телеэкранах тоже не появляешься. Меня спрашивают, даже мои поклонники в Москве, когда тебя видят, ходят в театр Станиславского, потом мне всегда передают приветы. То есть тебя очень любят, помнят. Такой скромный человек по жизни. Вот что бы ты хотел сегодня сказать
Вот в наше время. В общем-то, мы все на паузе сейчас, да, все остановились. Я такой вопрос задаю всем. Что бы ты пожелал? Может, это банальный вопрос, но вот как вот нам жить вот сейчас, пока мы включимся обратно в наш такой сумасшедший жизнь? Сейчас, к сожалению, очень-очень сложное время, очень сложное время, особенно оно сложное для... Я бы не стал выделять искусство балета среди прочих искусств, да, оперы или же среди музыкантов, да. Я скажу, что сложное время для всех. Сложное время, потому что мы не можем отдавать себя публике, мы не можем делиться своим искусством с аудиторией, которые, ну, в общем, это наша жизнь, и для меня, вот, я как смотрю на ребят, на артистов, это равносильно тому, что нас лишили кислорода. Все те обстоятельства, дистанционные работы по Zoom, те общественные классы, которые устраивают, да, это с одной стороны, с одной небольшой стороны, плюс, конечно, что можно, у артистов появилось большое количество свободного времени, что они все смогли попробовать познакомиться с какими-то другими, в большей степени, чем обычно, с другими направлениями, с другими классами, с другой пластикой, да, то есть, в общем-то, понять, что еще в мире балета существует. Сейчас я буду говорить только про балет. Да, познакомиться, попробовать себя в этом, может быть, чуть-чуть воспитать иначе свое тело. Все-таки, несмотря на эти плюсы, мы все-таки зажаты в рамки своих площадей, и мы не имеем той отдачи, того репетиционного процесса, о коем мы вспоминали с удовольствием, да, вот помимо сцены, еще не малый пласт в нашей жизни и немалая как бы составляющая – это репетиционный процесс. То, что мы выносим, мы аккумулируем в зале. То, чем мы делимся на сцене, мы прежде всего создаем это в общении, в визуальном общении, в тактильном общении со своими партнерами, со своими педагогами, со своими коллегами. И это все общее общение дает тот самый результат, который в будущем публика видит на сцене. Что хочется пожелать? Прежде всего, не унывать, прежде всего, да, потому что дух победителя – это стержень и крепость внутри своей собственной души, своего собственного сердца. Это стремление к победе. Прежде всего, не унывать, делать все возможное, чтобы сохранить физическую форму. И, конечно же, я очень надеюсь на то, что этот коронавирус, да, та самая пандемия, она пройдет и забудется, и будет вспоминаться как самый сложный период в жизни человечества. Вот мы все подвержены, да, нет, пожалуй, той страны, которая не коснулась это несчастье, да, несчастье, ограничение. Человек понял, что он ограничен, да, то есть он подвержен вот этим воздействиям, и ничто не может на него повлиять. К сожалению, наше искусство также было подвержено, и непонятно пока на данный момент, когда и каким образом будет выход из этой ситуации, потому что те условия, те обстоятельства, в которых предполагается выход выступление на сцену, возвращение на сцену, да, они немножко для меня странны и пока не адаптивны к той действительности, к тем привычным для нас нормам, меркам и так далее. Поэтому сложное время, крайне сложное время, но нужно продолжать искать творческого развития, творческого пути, внутреннего совершенствования прежде всего. Да? Может быть, кто-то, кто чувствует в себе какую-то
составляющую в хореографическом воплощении. Да, может быть, сейчас то самое время, когда стоит подумать, да, и попробовать что-то сделать, поставить, записать на видео, как мы с тобой вспоминали и говорили о том, что Алексей присылал нам кусочки, да, может быть, кто-то сделает там из этих кусочков как какой-то небольшой номер и поймет, что, в общем-то, это интересно, и он хочет развиваться в этом направлении. Андрей, извини, пожалуйста, перебила, потому что точно только звонила Посохову, чтобы с ним сделать тоже интервью. Он говорит, я сейчас ставлю. Я говорю, что ты ставишь? Ты же дома. Он говорит, по видео ставлю. Я говорю, ну, наконец-то ты на меня поставишь, хоть время у тебя найдется. А то, я говорю, мы друзья столько лет со школы, и ты ничего на меня не поставил. Но я танцевала его замечательный балет, это «Отражение». Очень хороший спектакль, который он сделал тоже в Тбилиси для нас. Ну вот видишь, уже опыты есть ставить на расстоянии. Но я думаю, что это какой-то кошмар. Вот творческий процесс, который ты рассказал, вот именно общение с хореографом, с артистами, это незаменимая вещь. И я тоже очень надеюсь, что это все пройдет, и мы вернемся к своей жизни. Я тебе хочу пожелать удачи, успехов в семье, на работе. И чтобы мы виделись, и, может быть, Посохов сделает опять на нас что-нибудь в этой прекрасной форме. Так, на дистанции. Может быть, опять называется, на старости не хочу говорить, но, может быть, что-то творческое будет сделанное. Посмотрим, какое развитие придется пережить. Ниночка, спасибо тебе громадное за наше общение, за те воспоминания, которые благодаря тебе я сейчас воскресил в своей памяти, за то время, которое мне удалось вновь пережить, и я очень счастлив и доволен тем, что это все было в моей жизни. Спасибо тебе большое. Знаешь, Андрей, спасибо тебе большое, и я немножко вот жалею, я тоже говорила с молодыми, вот в наше время не особо писали, у нас не было вот этот лайвстрим, да, чтобы показывать спектакль. Я говорю, что там единственная кассета, которая вот как-то вышла в Большом театре, это только наш с тобой Дон Кихот. Но я на самом деле сама, кроме того, что техники не знаю, я еще стесняюсь почему-то выкладывать что-то, меня ругают все мои близкие, почему я этого не делаю. Я думаю, ты тоже такой. Давай не будем стесняться, ни ты, ни другие. Давайте не стесняться. Выкладывайте себя, выкладывай твои куски танцев, чтобы люди поняли, что мы не с луны свалились. То, что мы танцевали, мы хотим поделиться. То, что мы танцевали, наши друзья, наши поклонники это ждут, они скучают. И вот дай слово, что ты тоже займешься, попроси супругу, вот клади свои в сегодняшней медиа, клади свои выступления, свои фотографии, свои воспоминания. Хоть так мы будем видеться почаще. Успехов! Спасибо тебе за это пожелание, спасибо громадное. Ты знаешь, ну, долгое время я был абсолютно уверен в том, что я никогда не буду это делать, что просто не хотел, да, там было свое основание, почему, ну, просто не хотел. И в очередной раз ты совершила революцию в моем сознании, поменяла мое мировоззрение, точку зрения, я подумаю об этом и, может быть... Это не только моя просьба, это просьба и с теми людьми, с кем я общаюсь, вот поэтому давай не стесняться. Я сама это преодолеваю, я учусь, я не могу, не надо кого-то просить, но давайте мы немножко вернемся вот хотя бы памятью. Вот мне будет приятно тебя посмотреть, тебе будет приятно меня посмотреть, кто-то о нас вспомнит, кто-то скажет, господи, надо же, мой педагог, я думала, что он только ворчит, а на самом деле он, оказывается, танцевал, понимаешь? Давай это делать будем. Удачи тебе, успехов, и жду от тебя хороших фотографий, видео и так далее. Всего доброго, привет всем. Спасибо тебе за беседу, целую тебя, обнимаю, до свидания. До свидания.